На конкурс дети читают стихи. Курмазова Аня, 8 лет, город Чита. Александр Сергеевич Пушкин, «Зимнее утро». Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутый негой взоры. Навстречу северной авроры, звездой севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачное желтело, и ты, печальная, сидела. А нынче погляди в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит, прозрачный лес один чернеет. И ель сквозь синий зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена. Веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать у лежанки, но знаешь, не велеть ли в санки кобылку бурую запречь? Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые, леса недавно столь густые и берег милый для меня.